Всем привет! Привет! Добро пожаловать на наш канал! С вами, как всегда, Таня и Илья. Сегодня мы играем в Звездные Империи. А именно в кооперативное приключение «Цена свободы». Если вы хотите увидеть другие приключения, всплывет плейлист. Там не только приключения, но и много всего интересного по Звездным Империям. В данном приключении у босса будет своя колода. Он будет разыгрывать карты по 3 штуки, ну, по обычным правилам. Но при покупке карт он не будет их отправлять себе в сброс, а в так называемый реестр. И как только общая стоимость карт в реестре становится больше или равна значению 11, мы отправляем в утиль все карты из реестра. Затем босс разыгрывает верхнюю карту из колоды приобретений. Вот колода приобретений. И следующая купленная боссом карта начинает новый реестр. И если босс разыгрывает, если босс заканчивает реестр и в его колоде приобретений не остается карт, он побеждает. То есть босс может нас победить двумя способами. Либо закончить колоду приобретений, либо понизить наши очки влияния до нуля. У нас 60 очков влияния, мы играем командой Гидры, а у босса 80 очков влияния. Вот в принципе и все правила. Погнали! Ну, мы будем ходить первыми. Мы сыграем как новички, дважды походим, затем босс. По 3 карты. Так, у нас 5 очков влияния. Что будем, кто будет покупать зелененький? Давай ты слизни. Ну, давай, хорошо. Значит, я беру единичку, у нас еще 4 есть. 4. Ну вот, бери, давай, может. Давай, желтую фракцию. Бери 4. Все, и один урон. Так, у него становится 79. Хоп. Так, набираем 5 карт. Так, раз, два, три. И у тебя 4, 7. Ну что, берем вот эту, да? Угу. Хорошая карта. Всё. Так. Все, 7. И 3 урона. 3 урона. Оп. Все, набираем 5 карт. И теперь будет ходить босс. Все, босс берет 3 карты. Так, давайте перемешаем. Берет 3 карты и разыгрывает их от самой дорогой к самой дешевой. Ну вот, к примеру, вот эту карту разыгрывает. Если у вас разыграно 2 или более базы, получите 4 очка влияния. Возьмите одну карту. Нету такого у него. То это то же самое. И так, он получает очки влияния плюс 2. Раз, два. И у него есть 1, 2, плюс 8 денежек. Он покупает самую дорогую. Если одинаковая, то та, что ближе к колоде. Вот за 6 он может купить. Он покупает слизни и отправляет в реестр. Хоп. И у него еще осталась 2. Теперь он покупает 2. Самая ближняя, это вот эта 2. Тоже отправляет в реестр. Теперь в реестре у него 8. Еще нужно 3. Как только он еще 3 купит сюда, но это будет в следующем ходу, он сразу же отправляет это в утиль и берет карту себе в колоду. Все, все карты он разыграл, отправляет их в сброс. Все, и на этом ход босса заканчивается. Ходим мы. Так, ну что? Давай за 5, может тебе. Вот, давай. Еще 2 осталось, да? Угу. Ну, или мне 1 или тебе. Ну, бери 1. Угу. Тебе. И 1. Ну, давай мне вот это, допустим. Согласна? Да. Я буду чистить колоду. Так, и по урону. 2, по урону, 5. Так. Да, всего лишь 5.
73. Все, сброс. Набираем. Так, ходит босс. Три карты. Раз, два, три. Так, шестерочка для начала. Так, купите один корабль или базу стоимостью. Ну, там что-то есть особое условие поэтому по поводу этой карты. Корабль врат. Да. Так, босс всегда выбирает очки торговли. Так, карты, купленные за счет корабля врат, отправляются напрямую в реестр. Так, купите один корабль или базу стоимостью 6 или меньше, не тратя очков в торговлю, и положите ее поверх вашей личной колоды. То есть он ее сразу в реестр отправляет. 6 самую или дорогую. Меньше, да. Он может за четверку. За четверку, самую дорогую. Все, он и отправляет в реестр. Реестр. Все, эту разыграл. А, это к отдаленной станции. Но карта врат то же самое. Да, 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 да. Все, в реестре у нас уже 12. Они уходят в утиль. И он разыгрывает карту из колоды приобретений. Сразу же ее разыгрывает. Вот так вот. И еще две карты. Если у вас разыгран две или более базы, но у него одна база разыграна. И еще одна. Так, считаем, что он разыграл. Так, сначала очки влияния. 5, 6, 7. И плюс 4, 11. Так? Это 84 у него становится. У него становится 84. Били-били, вот, пожалуйста, 84. Хоп, за один раз. Так, теперь урон нам наносит он четверочку. У нас 56 становится. Теперь он закупается снова. 5, 6, 7, 8. Так, ничего не пропустили? Да, 8. За восьмерку. Что он покупает за восьмерку? Самую дорогую тройку ближнюю. У него еще 5 остается. 5. Опять тройку. И двоечка у него остается еще. Двоечку, двоечку. Вот эту он забирает. Все. На этом его ход заканчивается. В сброс. Эта карта лежит. Все. Вперед. Наш ход. Так, ну у меня ничего интересного. Так. Так, ну что, давай закупаться. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, да? Что тут купить за восьмерочку? Давай за двоечку, может, приобретем. За двойку, да? Или мы можем раз в раунд. Не-не, чего? Вот хорошая карта. Давай я возьму вот эту. Двойку, да, у нас еще шестерка осталась. Бери, наверное. Троечку, и еще троечка у нас есть, так? Троечка. Вот эту и забираем. Думаешь? Да. Хорошо. Все, мне красных хватит. Все, по урону что там у тебя получается? 4. Всего лишь 4. Ну вот. Стоп. Нет у него 4. Не наносим мы ему урона. Все. Здесь карт набираем. Так, поехали. Так, раз, два, три. Что у него тут самое дорогое? Четверочка разыгрывает. Затем троечку. Он всегда что выбирает у нас? Очки торговли выходим. Да. Отдаленную станцию, если он разыгрывает. Пост всегда выбирает очки торговли. Да, очки торговли. Да. И патрульная лодка. Так, поехали. Давай. Сначала урон. 8. То есть убирает вот это 4 и сюда 4. 52. Затем лечится. 1, 2, 3, 4, 5. 9. На 9, да? Угу. Это 93.
Ой-ой-ой, как мы его будем бить-то? 93. Все, и теперь закупается. 3, 6, 7, 8, 9. На девяточку. Что тут самое дорогое? Четверка. Еще пятерочку может купить. Так, еще на пятерку. Запомни, затариться. Что у него тут? У него уже 12. Все. Он разыгрывает еще одну карту. Еще одну карту разыгрывает. Ой-ой-ой. Так, еще на 5 поднимает. Опа. У него становится 98. И 4 урона нам еще. У нас становится 48. Как-то несправедливо. Хоп. Все, и на пятерочку еще что-то покупает. Так, троечка. И за двоечку. Вот это. Хоп. Все. Все карты отправляются. Сброс. Продолжаем. Давай. Так. Так. Шестки сброса. Печально. Так, возьмите одну карту. Да уж, да уж, да уж. Ничего интересного. И ничего не отправил сброс. Печалька. Что, у тебя 5, да? Да. 8. Ну что? Вот это классное. Ну, бери. Тут одни единички просто. Так, еще двоечка, да? Двоечка. Давай, может, бери. Так. Ну, бери вот это, допустим. Строительный бот. Ну, да. Давай строительный бот. Все. На этом. По урону. Что у нас по урону? У меня 13. У меня 0. Ну вот, убираем базы. И 4. Ему летит. 94 у него становится. Все, набираем 5 карт. Так, 1, 2, 3. Последние карты. Так, так, и вот так. Так, сначала лечится, но всего лишь на 2. И закупается 5, 6, 7, 8. На восьмерочку. Вот, он сразу семерку берет. И у него еще единица остается, да? Для закупки. Ну, уже 12 у него. Да, уже 12. Но еще единицу он может купить. Оп. Не единицу, а на троечку. Все, в утиль он никогда не отправляет карты. На троечку, что он покупает на троечку, вот это. Хоп. Все. Это уходит в сброс. Сброс тусуется. Нет, сброс не тусуется. Вдруг мы уничтожим базу. А затем тусуется. Все, в принципе. Наш ход. Погнали. Ты будешь делать? Сюда, короче. Опять не будет сброса у меня. Вон, у тебя хоть что-то. Так, ну что? Давай. Возьмите одну карту и затем сбросьте. Так, что нам лучше, урон или денежка? Давай, наверное, денежку может. Тогда штурмовика сбрасываю. Так, возьмите одну карту. Отлично. И выбранный противник сбрасывает одну любую карту. Так, если это троечка, да, 3 урона. То 3 урона. И возьмите одну карту, угу. Затем сбросьте одну карту. Так, давай штурмовика сброшу. Да. И теперь эта карта, выбранный противник, сбрасывает
одну карту. То есть 3 урона. Давай считать. 3 плюс 4 – 7. 10. 13. Еще плюс 3 – 16. Да. 17 плюс 3 – 20. Вот и отлично. 76 у него. Так, 76. Вот мы нанесли урон. А, 76, забыли. 8. Прибавить ему еще все-таки 8 придется. 84. Забываем мы про базы. Так, и теперь давай закупаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что купим? Семь, восемь. У нас шесть. А, восемь, восемь. На восьмерочку что? Возьми вот эту еще единицу, чтобы у тебя их две было. Ты чистила колоду тоже. Значит, у нас еще семерка есть. Он о, троечка. Вот значит, еще четверка. И вот эта. Ну, судьба, короче. Тоже неплохая. Да. Все. Так, опять у меня не будет стопки сброса. Печально. Так, 48 у нас. У него 84. Поехали. Раз, два, три. Так. Разыгрывает. Так, и один корабль, самый дорогой. Да, пятерочку. Пятерочку, да, сюда сразу же отправляет. Все на этом. Так, у него 8 уже. Затем вот так. И вот так. Так, лечится на сколько он? Лечится он на 11. Это 95 у него. 95. И покупает на 5 еще. Что у него есть на 5? На четверочку он покупает. Вот эту. На четверочку. Уже 12. И еще на единицу может купить. На единицу, на тройку еще может купить, короче. Так, еще чуть-чуть и можем уже проиграть. Так, на тройку вот это покупает. Все. Так, и урон нам наносит 4. Все. Это сброс. Это остается. Погнали. Вот они, как всегда. Три карты прокрутились, и ни одна карта из моей колоды не сбросилась. Вот как такое бывает. Так, сбросьте любое число карты, получите 2 урона за каждую карту. То есть я могу сбросить, да, и 4 урона получить. Угу, угу. Да, 4 урона. И возьмите одну карту. Ну, отлично. Потом возьмите одну карту. Угу. Затем возьмите одну карту, затем сбросьте карту. Блин. Вот эту сбрось. Давай. Потом возьмите одну карту. И выбранный противник сбрасывает, угу, одну любую карту. Ну, понятно. Ну, да. Это... Так, это я вот за эту, да, взяла. И потом возьмите одну карту, затем сбросьте одну карту. Разведчика я сбрасываю. Потом возьмите одну карту, затем сбросьте одну карту. Ну, вот, отлично. Сбрасываю. Все, так, давай вверх подними. Давай вот так, угу, разделю их. Так, ну что? Ну, давай урон считать. Давай. Это 3, 7. Я сбросила 4, 11, 14. 17 и еще плюс 3, да? 20. 23, да? И плюс 26. Ну, отнимаем 9. 26, да, ну это
Так, 26 и плюс 5 моих еще. 31. 31, да. Отнимаем 9. Становится 22. 22 урона. 62 у него становится. 62. Хоп. 62. Все, вроде бы ничего не забыли, да? Ну, я могу отправить утиль, конечно же, две карты, как всегда. Давай считать. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Шесть, семь. За семерочку что-нибудь можем купить. Ну, я могу вот эту взять. Давай. Еще тройка у нас осталась, да? О, давай. Бери. Тоже неплохо. Все, в принципе, да? И так, все, отправляем сброс. Набираем 5 карт. Так. Ходит босс. 3 карты. Так. Ну да, в принципе, если у вас разыграл. Что он все на закупку. Ну да, да, да. Так. На 11 закупается он. Так, сначала вот эта четверка идет. Еще на семерочку должен купить. Четверку? Да, и еще на тройку. Все, у него как раз 11. И он еще на тройку может купить. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, тут чисто денежки. Так, возьмите одну карту, на пятерку может купить, и уничтожьте выбранную базу. Уничтожает. Да, и на пятерку покупает базу. Сначала вот эту двоечку, и еще на троечку, и вот эту сразу же. Все. Так, и нам 5 урона. Да, да, 5 урона, это 39. 39. И на пятерочку еще лечится. 67. Хоп. Так, все, это уходит в сброс. Это остается пока. Ну, шиканула в прошлом ходу теперь. Ну да. У меня тоже. Ну, зато я хочу хоть что-то отправлю в утиль. Хоть какую-то карту. Разведчика. Так, ну что, на по урону? Да? Так, 5, 6, 7, 8. Так, 4 сюда. И 4 сюда, 63. Все. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну давай что-нибудь на шестерку. Давай вот это куплю. Давай. Еще у нас пятерочка есть. Пятерочка. Может, вот ту возьмешь. Ястреба, ну давай. Да, четверка еще. Четверка. Давай, может, я красную фракцию? Ну, возьми вот это. Либо вот это. Что-нибудь чистить. Ну, бери. Еще двойка осталась у нас. О, возьмите две карты. Ну, давай я себе еще возьму. Слизни. Где слизни нормальные? Что-то вообще ничего. О, классная карта. Все, урон нанесли, закупились. Набираем 5 карт. Так. Раз, два, три. Так. 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 Так, 4 урона. У нас становится уже 35. 5, 6, 7, 8, 9. На девяточку подлечивается. И у него 72 становится. Это никогда не закончится. Я надеюсь, что мы ускоримся. Так, 4. За четверку что он купит? Только вот это. Все, и у него девятка. Ну, хоть тут он ничего нам не сделает. И как назло,
только из стопки сброса. Ну, так это всегда так, да, да, да. Так, зато у меня сейчас будет тут нормально. Должно быть, по идее. Слизни вышли. Так, возьмите одну карту. Угу. Так, три или уничтожьте одну выбранную базу. Нету, да? Что у тебя там? Тоже со сброса? Ну, нормально. Две карты и ни одной нет. Сброс нужно почистить. Все. Так, ну давай урон считать. 11. 17. Ну, я могу в утиль отправить. Ну, не надо, наверное. Не, не надо. 17. Так, у него 55 становится. Уже веселее. 55. Так, что закупаемся? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Давай вот эту возьму. Бери. Или бери. Не, бери, 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 бери. Давай. Так. Семерочка. Да, это... еще шестерка у нас есть. Ну вот, бери вот эту еще. Единичка. Да. Все. Убираем 5 карт. Так, ходит босс. Так, он выбирает очки торговли. Угу. Так что только на 5 это у него... Почему на 5? Так у него одна база разыграна. Ну, всего 3 на 4 только, значит, на 4 закупается. А, ты имеешь в виду, поднимает... Да, 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 у него 60 становится. Поднимает здоровье, да. 60 у него становится. 60, а покупает на 4. На 4. Что тут на 4 есть? Только вот это. Да, да. Значит, еще двоечка у него остается. Так, у него 11 в реестре. Разыгрывает еще одну карту. Так, он должен еще купить на двоечку. Покупает вот эту карту. И все, с покупками закончено. Теперь наносит нам урон. 7. Так, 28. И лечится сам еще на 6. 66. Ну и все, вроде бы на этом он закончил. Разыграл. Хватит. У нас буквально 2 хода. Ну да, 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 2 хода. И все. Ну давай. Так, беру карту, затем сбрасываю. Там, давай я пока. Ага, сразу сбрасываю. Возьмите карту, затем сбросьте карту. Сбрасываю разведчика. Так, что я там набрала? Возьмите карту, затем сбросьте. Сбрасываю. Да, сбрасываю, да. Потом и выбранный противник сбрасывает одну любую карту. Так, ну что, по урону? Так, ну я еще одну карту возьму. О, отлично, как всегда. Со сброса нету. Уже который раз. Я ничего не могу отправить. Весело, весело. Давай по урону считать. 3. 6. Так, это не считается. Это 3. 3, да, 9. Плюс 4 у нас 13. 16, да? У тебя 16. 21. 28, 31, 37. 37. Так,
4 уходит. И 33. О, у него остается 33 как раз. Красота. 33. Так, ну что? Отправляешь утиль? Чтобы еще нанести. Давай. Потому что нужно торопиться. 4. 29. Отправляю утиль. Давай закупаться. 1, 2, 3. 4, 5. Подай эту карту. Давай сначала мы потратим монетки. Это 8. Да. А затем ты ее отправишь в утиль. Все. Так что у нас 8 монеток. Так, 8. Ну и вот эту я, наверное, и куплю, правильно? Да, очень хорошо. Хорошо. Все, в принципе. Все, мы отыграли. Давай, теперь он ходит. У нас почти на равных. Ну да. Так, ну-ка тусани ему колоду. Тусануло, так тусануло. Ну да, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9. На вот 9. Он покупает. Да, за 8. Да. И еще на 1. На 1. Нужно купить вот этого, он и покупает. И как раз у него 11 становится. И он разыгрывает еще одну карту. И может купить еще что-то на один. Но здесь покупает. Ничего нету, да. Давай теперь, что он там жизни подправляет на 4, да? У него становится 33. 33. И нам 4. 4 урона. Уничтожает базу твою. Все, в принципе. Зато у него 3 базы еще держится. Погнали. Так, ну что? Возьмите одну карту. Давай. Это штурмовик. Возьмите одну карту. Возьмите одну карту, затем сбросьте карту. Не, сбрасывай. Так, так, наверное, да. Да-да-да, разведчик. Потом возьмите одну карту. Выбрано противную, это потом. Угу. Потом, так, возьмите одну карту, затем сбросьте одну карту. Хорошо, что есть разведчики пока. Но. Так. Это я вот это разыгрываю. Угу, сбрасываю. И выбранный противник сбрасывает, и я беру одну карту. Угу. С руки отправляет кого-нибудь. Разведчик. Да. Ну, как бы все. И я могу. Не-не-не-не, не отправляй лучше в утиль. Лучше вот так вот отправь. Это будет 2 урона за нее. Нам нужно его добить сейчас, потому что если не добьем, можем проиграть. Так. Это действие, значит, я не выполняю. Да, да, да. И выполняю, сбросьте любое число карты, получите 2 урона за каждую. Угу. 2, 4, 6 и 8. Так, 28? 28, да. Да. Все, 4 карты отправляю. Да, это 8 урона. Плюс 3, 11, 14. 17, 20 и 26. Здесь только 27. Значит, 29. 29.
29, 30, 33, 38. Это остается еще тридцаточка у него. Это остается у него 25. И у него остается всего лишь 8. У него остается 8. 8. И могу отправить в утиль. Еще 2. У него остается 6. Ты там ничего в утиль не можешь отправить? Нет. Так, ну я еще... Ну хотя это уже бессмысленно в утиль отправлять. Мне кажется. Да, жалко. Чуть-чуть не добили. Все, набираем. Так, раз, два. Три. Ну, давай посмотрим, что тут. Так, если две или более базы, получите 4, возьмите одну карту. Нет, значит, он восстанавливает здоровье на 4, у него становится десяточка, и он закупается на 7. Значит, он покупает шестерку, и еще за единицу должен купить. Нету такого. Все, он разыграл. Ну, может, сейчас мы 10 настреляем. Настреляем десяточку? Не знаю. Так, возьмите одну карту, затем сбросьте. Одну карту я сбрасываю разведчика. Возьмите одну карту, затем сбросьте. Все, есть, есть, есть. У тебя уже. У тебя только десятка. Это в утиль можно? Ну, зачем? Все, у тебя уже десятка. 4, 6, 10. И у меня еще 13, 15, 16. Все, мы ему не оставили шансов. Вот такой вот, ну, так замечательный. Да, ему, ну да, на равных практически чуть-чуть, и он бы нам навалял. Вот, ну у нас здоровье. Тут да, скорее всего, он выиграет по картам, потому что он тарится каждый ход. Да если следующий... О, ну вот, нам... Же... Ух ты. Ну, все это. Не, нормально, он просто бы подлечился бы и нанес урон. Самое страшное, когда он, ну, покупает много карт, и как бы у него пополняется колода крутыми картами. Вот, обязательно подпишите, чтобы не пропустить следующее приключение. Если были какие-то ошибки, пишите в комментариях. Ставьте палец вверх. Всем пока. Пока.